Так, ребятки, привет еще раз всем. Поехали новое вере тестировать. Что-то я подзадолбался, сегодня день тяжелый был. Итак, вот ники ребят, которые прислали. Вот это каждая папка, я так и подписал. Значит, ой, наверное, зря я, да? Спалил, ребят, ё-моё, это ж спецслужбы теперь ими заинтересуются. Все, хана, пацаны, вам. Ну ладно, будем надеяться, не тронут. Итак, от простого анимешника давайте первого Петю попробуем. Я, кстати, еще там находил форумы, там, спасибо вам, молодцы вы. Столько мне понаскидывали ссылок. Вчера до трех ночи опять читал. Значит, накачал тоже Петю, нашел оригинал. Ну да, он не запускается почему-то. Многие уже вас поняли, из вас поняли, да? Есть, но он почему-то пишет ошибка. И все. Вот тут простой анимешник мне только что вот скачал я. Выслал. И тут есть описание. Я вот даже сам еще не смотрел. Так, пароль какой? Есть. Так. И как запустить? Давайте прочитаем. Наверное, у всех уже этот вирус одинаковый. Вот я не смотрел еще, что тут прислали мне. Ну вот давайте с этого начнем. Так, я на всякий случай на флешке все сохранил. Давайте, как запустить? Итак, читаем с вами вместе. Петя, ты, файлик, ага, Петя Делон. Поместить System32, запустить консоль от имени администратора. Ввести туда такую команду. А что ж так сложно-то, ё-моё? Я думал, верь сразу должен сам попасть. Нет. Ага. Специально для канала Сергея Мирова. Спасибо. Так, ну все, давайте пробуем сейчас это сделать. Ехали. Пока ничего не происходит. То есть он должен перезагрузиться. Если нет, тогда мы его должны перезагрузить. Правильно? И подождем. Так, нифига, ребята. Ждем, ждем. В интернете ничего по этому поводу не нашли. Что именно вот так запускать. Ладно, перегружаем. Да, нифига. Не помогло. Ребята, а тут же еще в конце написано. Если не сработало, повторить процедуру еще раз. Повторяем. Вот представьте, как тяжело запустить этот вирус. И нахрена антивирус-то? Да, Владюха? Владюха уже пришел на помощь. Сейчас он запустит этот вирус. С единичкой пока так же, да, заводит? Да ёшкин кот, возникла ошибка опять при запуске. Ну, а так не тот атрибут не пойдет. Да ну, бляха. Ой, уже матюкаюсь. Уже достал этот Петя. Так, пробуем вот этот вирь. Так, сейчас я, чтобы самому не забыть, вот так запишу на камеру. То я уже запутался, что мы пробовали, а что нет. Это ник того, кто мне прислал. Так. А ну, нажимаю 1, 2, 3. Разархивирую его. Позакрывайте все эти. Так, читаем.
Никак я себе место рабочее не оформлю, так как хотел. Все, запустил? Так. Ну, этот хоть ошибку не показал, да? Ура, ребята, этот пойдет. Это 100%, наверное, он. Прям чувствует. Ты знаешь, это такое чувство, что вот это вот он, зараза. А что теперь там? Дальше что написано? А, ничего, да? Ждем. Можно закрывать все? Командные строки. Все это закрыть можно? Подожди, мама. Не мешай ему. Не дает ребенку вирусом побаловаться. Ну что, закрывать, да, это все? Перегружать? Ну, давай, ребята, перегружаем. Сейчас мы увидим заветный вирус красивый. Петюньку. Так, камеру не вырубаю. Все, терпите, ждите. Все должно быть прямо вот в реальном времени. Наталья, что ты хотела от Владика? Уже убежал. У вас сегодня тренировка, не забудьте. Сегодня вы усиленно за пропущенные две. Вы у меня сегодня вместо груши будете боксерской, поняли? Сейчас только вирь. О, есть, ребята, это он. Он собака. Ну вот, пускай кодирует. Кодируй, красавчик. Кушай наши файлики. Жри, падла, у нас все равно копия есть. Наивный такой вирь, да? Такой, смотри, кодирует так быстро. Так, на двухъядерном процессе это быстрее уже происходит, да? Помните, как было на одноядерном несчастном том? Так, 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 задержки какие-то. Кодирует, кодирует, падла, винду, все. Диск С, скорее всего. Ну да, диск С. Кстати, он же пишет, видишь? Диск С. Не выключайте компьютер этот. Иначе вам аборт всем сделает, видишь? То есть, по идее, если сейчас выключить компьютер, ну, не успеет, да, все файлы закодировать, так? То есть, если такая хрень попалась, надо выключать. И потом с другого диска загружаться и спасать информацию. Поэтому я и говорю, лучше все-таки иметь клон, второй жесткий диск, свою информацию ценную хранить на листочке бумаги, пароли там свои, всякую хрень. Можно на облаке хранить. Вот у меня на Мега, Яндекс у меня диск и Google диск. На Мега вообще там, по-моему, 50 гиг у меня. И туда кидаешь там какие-то не совсем нужные видео, но может быть когда-то понадобится. Туда скинул, туда. И дома на трех дисках еще у меня информация. Даже на четырех уже. И этим вы себя убережете от этого вируса. Это самое, по-моему, дешевое и самое надежное. Вот просто клон иметь и все. Так, 99%. Сейчас все произойдет. Дешифратора, я так понял, еще и нет на этот вирус. То есть данные уже никак не восстановишь сейчас. Ну, наверное, и вообще их не восстановишь. Там, по-моему, другой совсем алгоритм. Так, нажмите Enter, нажимаем. Ура, вот он, ребятки! Yes! Победа! $300, пожалуйста, в биткоинах. Все. Ну, спасибо, ребята, выручили. Просто так приятно, как сексом позанимался, знаете, вот так классно на душе. Наконец-то цель достигнута. Вот он, красавчик. Скотыняка этот. Так, ну что теперь дальше-то делать с ним? Ладно, пробуем теперь же глянуть, как-то восстановить или что теперь делать, не знаю. Давайте загрузимся пока с Акрониса. Так, выбираем разбивка дисков. Акронис. Ну, можно с любого загрузиться, просто у меня сейчас под рукой эта флеха. И нет CD-ROM-а. И нет другой сейчас загрузочной флешки, все заняты. Все по двери отдал. Так, есть, да?
Сейчас тут камеру выставим. Ручной режим выбираем. Так, это флеха, первый раздел, видите? 488 мегабайт. Такая манюнька флешка. Так, заходим теперь в диск C. Что тут у нас? Так, ну все как и с теми верями, ничего. Диск D. Так. Ой-ё, все на месте. Шо ж это он, блин, так, а? Смотрите, все на месте. Даже не поменял название файлов. Так, скрытый раздел. Без буквы, который был. Все тоже на месте. Так, но этот, который у нас удален. Сейчас не буду пока восстанавливать. Там просто два образа. Все, грузимся теперь. С чего же загрузиться, а? Так, можно МБР, в принципе, восстановить сейчас. И посмотрим, винда загрузится или нет. То есть диск C, понятно, там ему жопа полная. Смысл туда лезть, да? Там все закодированы, все файлы. Ну, понятно это все. То есть нас больше сейчас интересует диск D, данные. Обычно же пользователь на диске D хранит данные свои. На C уже попрощайтесь. А ну еще раз сейчас загружусь. Сейчас еще раз посмотрим вирус. Второй раз будет кодировать. Может он на второй раз диск D закодирует. Как предыдущий. Помните, Миша? Нет, все то же самое. Радость наша. Как приятно смотреть на это окошко красивое. Так, восстанавливаем. Пока только один МБР. Ну мало ли что. Вдруг вот так. Кстати, смотрите. Вот скрытый, да? А Acronis его видит. Я его не открывал, этот раздел. C, вот видите, не видит ничего. Ну, он D сейчас написан, но это Acronis же создал себе. То есть вот этот C, который, на котором винда сейчас. Видите, не видит ничего Acronis. Так, ладно, восстанавливаем вот этот образ. 5.5.5. Или нет, давайте самый первый, 3.3.3, без всяких программ, быстрее восстановится. Так. А, нам же МБР только сейчас, пофигу. Так, ладно, вот, МБР выбрал. То есть он 2 секунды сейчас. Тут внимательнее только, не во флешку впихнуть. А вот диск 2. Есть. Пробуем так загружаться. Нет, видите? Ну, вируса мы не видим. Видите, все-таки он в МБР хранился. Вот эта картинка красивая. И все. Ну а дальше винда, конечно, вся нарушена. Ладно, восстанавливаю образ. Так, а ну побалуемся тут еще программками. Запуск без МБР. Ага, балалайку. Не хочет. Не, ребята, разных программ попробовал, нифига. Короче, сейчас восстанавливаю. Так. И мы, наверное, в следующем видео с вами разберем. Perf-C поставим. Вот, удалит он или нет. Это ж уже теперь Петя А, точно. Петечка А, это теперь оригинал. Ну и получается, ребята, кто серьезную информацию там потерял, можно этим же Acronis'ом сделать полностью образ вашего зараженного диска где-нибудь в сторону до лучших времен, когда получится его уже раскодировать. Ну а пока работать, ставить другую винду и заново все ставить. Ну а тот образ хранить. Или просто жесткий диск другой поставить, а тот пока оставить. Может быть, получится когда-нибудь решение. Хотя я сомневаюсь. Я, ребята, вот с весны где-то обслуживаю оптовый магазин. Мой знакомый его держит. И сразу же, что я сделал? Сразу же копии всего. То есть у них там 3 ноутбука, один системный блок. Я себе на жесткий сделал полностью копии всех их программ, бухгалтерских всего. И показал им, как обновлять. Они каждый день базу 1С сохраняют. И раз в неделю образа всего. И они не пострадают, это теперь 100%. То есть я не думал тогда, что это вирус там будет или что-то. Просто жесткие диски тоже механика сдыхают часто.
из-за этого. Поэтому, не знаю, самая лучшая борьба, наверное, с этими вирусами. Делать копию. Это дешево и сердито. И вы не только от вирусов убережетесь, а даже от физического краха диска. А вообще, ребята, я смотрю, мы осенью с Владиком попытались работать в АТБ, обслуживать. Какой там бардак в этих супермаркетах? Это просто жопа. И на Новой Почте, и везде. Текучка кадров бешеная. Сисадмины не держатся. Приходят дилетанты. Нормальные ребята поуезжали все на нормальные работы. А здесь просто бардачина. Вот за что боролись, на то и напоролись. Нету кадров. Никто не ценит ребят нормальных. И все. И потом жопа. И пусть потом не плачут от таких простых вирусов. То есть уберечься от этого было элементарно. Вы теперь сами убедились. Всего лишь сисадмину надо было делать копии почаще. И все. Ведь ничего сложного нет. Так что делайте выводы. Ну вот, ребятки, все теперь нормально. Сейчас запустим, проверим диск D. Проверим диск E, что он там натворил. И завтра мы над ним поизвращаемся, уж поверьте. И перв-C на нем испытаем, и все поиспытываем на нем. По-всякому уже будем извращаться. Кому надо, ну в личку пишите. Нельзя же так в открытую прямо раздавать вирусы. Что мне за это сделают, сами знаете. Быстро жопу надерут. Так, ну с новым процессором гораздо приятнее работать. Все нормально стало, восстанавливать быстро. Просто супер. Итак, диск D. Фотки. Не тронул. Ребята, не тронул ничего, ё-моё. Хорошо ждали, вы же свидетели. Классно так ждали, что-то он там дуплил. Архив. Вот, а архив поврежденный был же у нас, да? Ну да, билет, док. Открывается. А, нет, повредил, ребята. Вот, есть. А, ну да, я же этот обновлял, вы же помните, блин, уже забыл. Повредил, значит, и по этот архив, это ж я уже свежий. Ну, короче, я копию опять делал. Перед тем, как вирус запустить. Тут все было нормально, все открывалось. То есть архив повредил и док, видите? Вордовские файлы. Так, вот это все работало. Да, видите, все. Все, крякозябры, ура, хороший Петька. Значит, он трогает, видите, несколько видов файл. PDF-ки надо было мне еще кинуть сюда. Наверняка бы он их... Картинки не тронул почему-то, а ну музыку. MP3. Блин, у меня колонки отключены, ну просто хоть увидим. Да, идет все хорошо. Так. Драйвер. Экзешный файл. Установки драйвера. TP-Link моего. Да, все идет, все нормально. Короче, вот... Несколько видов файлов всего портит. Ну, на C-диске я не знаю. Там, наверное, дохрена ж попортило. Завтра, короче говоря, мы над ним поиздеваемся. Вот это классный. Так. Кто мне скинул-то? Где он? А, копия ж у меня там есть. Так, все. На завтра у нас все есть. Так. Так, вот. Вот кто нам скинул этот вирус. Первый успел. Как этот ник прочитать? Вот выделенный. САС. САС. Хер. Не знаю. Ну ладно, спасибо. Вот ему первый
Первый нам скинул настоящий. Ну тут тоже может, ребята, нормально. Вот мы не успели протестить. Тоже, скорее всего, уже у всех, наверное, уже он есть. Спасибо всем огромное, кто участвовал. Не всех сюда еще и показал. Там, ну, столько комментариев, я просто не в силах это все прочитать. Так что не обижайтесь, кто там, кого я не назвал. Все, в общем, до завтра. Будем измываться с вами над ним. Все, всем пока.